и не очень, но близких к великим спортсменов. Мартин Хольвард. На полбалла он опережает Мартина Шмидта после первого раунда. Итак, у Шмидта 131,5 метр. Сможет ли Хольвард повторить прыжок Шмидта? Ох, не только не повторяет, едва не падает Мартин Хольвард. Но, к счастью, все для него обошлось. Ну и, конечно же, проигрывает он и не только, кстати, Мартину Шмидту. 123,5 метров у Хольварда. Ой, конечно, вот сейчас на крупном плане прям просто очень страшно выглядел. Аж обе лыжи закантовал. Вот так мог и на самом деле запахаться и носом прям пропахать гору приземления. Слава богу, что все обошлось и хватило. Но тут и опыта, и мастерства, и потрясающего владения и телом, и владения техникой хватило Хольварду для того, чтобы...